Они искренне радуются встрече, не сдерживая эмоций и слез. Кажется, будто и не было тех лет, что прошли после выпуска из Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища. Вспоминает своих преподавателей, как учились, как влюблялись. Самые замечательные годы в жизни, которые дали, ну, так будем говорить, зеленый свет всем дальнейшим начинаниям и крепкую мужскую дружбу. В честь 65-летия инженерного училища его выпускники с 56 по 93 годы приняли участие в торжественном параде. Бывшие курсанты вспомнили свои молодые годы и, как когда-то, строевым шагом промаршировали по площади. В строю и Василий Косарев, выпускник 1964 года. После окончания училища отдал 34 года морскому флоту, служил на подводных лодках. После военной карьеры 16 лет проработал старшим преподавателем на кафедре нетрадиционных источников энергии. Говорит, всю его судьбу определила учеба в инженерном. Об этих днях вспоминает с особым чувством. Вот эти вот деревья сажали, мы эти все деревья очень активно участвовали в строительстве, в восстановлении южной части. Южная часть была разрушена тогда еще. А мы жили, у нас коврик был, где сейчас библиотека, в библиотеке на третьем этаже. Самые яркие впечатления. За все время существования из стен военного училища выпустилось почти 11 тысяч человек. В 50-х готовили инженеров для службы на дизель-электрических и подводных лодках, атомных энергетических установках. Затем стали обучать и по другим специальностям. На сегодняшний день училище уже не функционирует. На его месте с 96-го располагается Институт ядерной энергии и промышленности. Ребят здесь уже не готовят по военным специальностям. Однако учебное заведение все же сохранило некоторые традиции училища. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.